Минувшие выходные в Омске прошел 11-й межрегиональный юношеский турнир по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. В соревнованиях приняли участие более сотни борцов из регионов Сибири, Урала и Казахстана. Перед началом состязания участники и гости возложили цветы к мемориальному стенду семьи Петровых. Напомню, в 2006 году семья известного омского журналиста была убита в Республике Алтай. Преступник расстрелял Александра Петрова и его жену Алену и двоих их сыновей, 7-летнего Никиту и 3-летнего Артема. Юноши и девушки 2003-2004 годов рождения состязались в 14 весовых категориях. 6 золотых медалей турнира увезли с собой спортсмены из Новосибирска, а омичи и томичи заняли одинаковое количество первых мест – по 3. Мы думаем только об одном – организаторы турнира, о том, чтобы эти ребята, которые здесь побывали, уяснили себе главное. Успеха в жизни можно добиться только честным трудом, только в честных схватках, а не через нарушение закона или тем более какие-то преступления зверского характера.